Международный день защиты детей отмечается сегодня. В Беларуси проживает свыше 1 680 000 юных граждан в возрасте до 15 лет. Защита их прав и интересов – один из приоритетов государства. Семьи могут рассчитывать на гарантированную помощь, в том числе финансовую, еще до рождения малыша. По данным международной благотворительной организации Save the Children, Беларусь занимает 35-е место среди стран с наилучшими условиями жизни для детей. Сегодня в Беларуси пройдут праздничные мероприятия. Первых пациентов принял Центр традиционно китайской медицины Могилевской центральной поликлиники. Таким образом, в Беларуси дан старт сотрудничеству восточного региона страны и китайской провинции Цянсу. Основа совместного проекта – сочетание древних целительных методов лечения и профилактики заболеваний. Специалисты различных профилей будут приезжать в Могилев из Китайской Народной Республики. По планам, новым этапом в развитии проекта станет стажировка могилевских врачей в Китае. В Гродно сегодня стартует фестиваль национальных культур. Праздник дружбы, организуемый один раз в 2 года, не имеет аналогов в мире. В нынешнем году на форум приедут представители 35 диаспор. Впервые – мордвины и тамилы. Сегодня днем состоится открытие панорамной площадки памятника легендарному полководцу Давыду Городенскому, посадка деревьев на аллее дружбы и 3D-шоу на стенах нового замка. Вечером участники фестиваля пройдут по улицам Гродно. В воскресенье праздник переместится на Августовский канал.